проточность городского канала восстанавливают в Якутске. Глава города Айсен Николаев проверил ход работ во время недавнего объезда столицы республики. Он осмотрел южную часть горканала в районе улицы Красильникова и Сосарского озера. Николаев отметил, что в центральной части Якутска по улице Кирова следует провести большой объем работы, связанные с реконструкцией водопропускных сооружений. По словам Николаева, также необходимо пресекать несанкционированную отсыпку городского канала. К сожалению, порой и наши крупные предприятия здесь выступают нарушителями. Вот, например, водоканал в рамках своих строительных работ без разрешения практически, можно сказать, засыпал горканал, положил там трубу очень узкую. Мы сейчас будем проводить эксперимент по установке мусоросжигательного маленького завода для таких локальных наших поселений, таких как вот Марха, Хатас и Табага.